Всем привет, это канал Миллион Абдулла. И сегодня ко мне пришла посылка из Китая. От крупного китайского магазина Gearbest. Сейчас мы посмотрим, что там. Честно говоря, я до конца даже не знаю, что там им прислали. Но похоже, что что-то интересное. Открываем. И начинаем смотреть. О! Раз. Коробочка, два коробочка, какая-то бумажка и какая-то штучка. Ой, мне не терпится посмотреть, какой же он цвет имеет, как же он выглядит. Опа, коробочку открываем и смотрим. Вау, ух ты, интересно. Сведена хорошо. Прекрасный нож. Отлично, просто, да еще фиксируется вот здесь сзади. Ссылку на эти ножи можно внизу посмотреть. А может это и не нож. Сейчас я достану, я даже не знаю, что это такое. Ух ты. Так. Как вот, как лотерейный билет вытаскиваешь, думаешь, что же там такое? Ёлы-палы. Офигеть. F753M. Шикарный просто. Маленький, аккуратненький. Обожаю такие ножи. Да, вещь. Еще какая-то накладка тут интересная, красивая, переливается. Нож вот с таким замком впервые появился. У меня такого замка не было. Ни на одном из ножей, вот чтобы сзади вот так вот. Это очень надежный запор. Замок. Никаких люфтов. Держит намертво. И этот уже ножик такой. Ух, тут еще вот такие упоры интересные под палец. О, да. Два ножа. И оба хорошие. Отличные. Игрушка. То ли спиннер какой-то. Спиннер сейчас. Спиннер. А что за спиннеры? Как это так вот? Ох, крутится. Ой. Ха-ха, его когда шевелишь, он начинает вибрировать. Ой. Это его можно даже раскрутить как-то, наверное. Нет, не крутится что-то. Надо же, спиннер. А я думаю, что за спиннер? Надо посильнее, надо раскрутить. О, пошел. О. Спасибо. Это очень приятные подарки. На ножи начнем обзорчики. На один, на другой. Открываются все. Хорошо. В руке лежат отлично. Они небольшие, такие маленькие, легенькие. Этот маленький ножичек, он именно, так как очень тонкий, плоский, именно для костюма хорош. И для летнего ношения, вот как я люблю на поясе. Абсолютно разные ножи. У одного шершавая такая вот накладка, а у другого, наоборот, гладкая. Еще и замок такой. Качество хорошее. Угу. Пахнет как надо. Отлично пахнет. Немножко смазкой пахнет такого. Масло. Чуть-чуть буквально. Еле-еле заметно. Режем. Абсолютно такая заточка заводская. Жик, жик, жик. Все отлично. Берем второй. Угу. Жик, 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 жик. Ну просто феноменально. Не надо не напрягаться, ничего. Он просто как бритва режет. Все, отлично. О. Все, что еще нужно для полного счастья? Бумагу режет на ура. Это ножи для реза. Чтобы резать что-то там. Бумажки, веревочки всякие, колбасочку, огурчики, помидорчики. Да, овощи, фрукты мы тоже порежем. Понеслась? Ну вообще супер. Просто супер. Отлично. Вон она, прозрачная. Вон она. Вон. Прям одна тоньше другой. Абсолютно тоненькая. Вон. Тонюсенькие, аккуратненькие долечки. Угу. Как бритва. С шелестом режет.
Ну как, строгает аж прям. О, отлично. Супер. Первый нож. Это был помидор. Сейчас посмотрим, как он с огурцом разберется. Угу. Ну просто на ура идет. Сведен тонко, поэтому режет очень хорошо. Вот этот ножик я бы охарактеризовал, как хорошо брать с собой именно для того, чтобы нарезать продуктиков. Когда вот ничего с собой не взял, продукты, ну вот просто режет, как бритва. Стоит дешево. На сайте gearbest.com цены невысокие на эти ножи. Конечно, кто-то скажет, что фирменные дорогие ножи лучше. Не буду спорить. Китайские ножи теперь очень качество хорошее подняли себе. Очень хорошо. Вон как режет прям. Режет и режет. Ну чего. Геометрия клинка отличная. Все отлично. Так, а попробуем вот этот ножичек. Интересно. Ага. Да тоже хорошо режет. Вон как. Прекрасно, прекрасно. Я пока тут тестирую, себе салатик сделаю, хоть покушаю. Отлично. Все прекрасно. Отлично, отлично. Режет, как тут и было. Под разными углами. Здесь геометрия немножко другая. Я бы сказал, они два достаточно тонких ножа, сведены как надо. Этот более резучий. У него даже обух немножко тоньше, вот у этого. Поэтому, естественно, он вообще как ювелирный режет. Прям помидор прозрачно нарежет без всяких проблем. Вот, нарезал. Прекрасно. Ну-ка, огурец. О, отлично, режет. Основное назначение ножа, конечно, резать. Не что-то там другое делать. Резать и резать. Все. Что еще нужно для полного счастья? Вот такие два ножа прекрасных. Ganza F753M. Сталь 440C. Made by Ganza. Отличная штука. Второй. F759M. 440. Made by Ganza. Два отличных ножа. Прекрасно. Спасибо за подарок. Gearbest.com. Спасибо за подарок. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите свежие ролики. Всем пока-пока.